Всем привет! Минтранс предложил развивать в регионах наземный транспорт вместо метро. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн» и все подробности расскажу прямо сейчас. Министерство транспорта Российской Федерации считает целесообразным развивать в регионах страны наземный транспорт. Об этом заявил первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов на заседании Комитета Госдумы по бюджету. На сегодняшний день метрополитен операционно не убыточен только в Москве. По словам Алафинова, вложение средств в строительство метро – затратные вещи. Никакой город или регион это не тянет. В связи с этим Минтранс ставит иные приоритеты в части развития транспортной доступности в регионах. Он отметил, что на поддержку регионов по замене автобусного парка автобусами на газомоторном топливе предусмотрено 20 миллиардов со следующего года внутри национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!